С понедельника. Годовщина совместной жизни может оказаться не такой радужной. Иванов, я с тобой 30 лет живу. 30 лет! Ты мне что? Ты мне что, хочешь праздник испортить? Но подарок от любимых детей всегда бывает приятным. Сертификат на туристическую поездку. Страну выбираете сами. Франция. Там сыр тухлый и лягушек едят. Я туда не поеду. Трудно сдержаться, когда кровь кипит, как в юности. Пожалуйста, дайте мне ваш багаж. Галя, это он так старается, чтобы чаевые получить. Денег не дам. И если дети уже давно выросли, значит, жизнь только начинается. Неужели мы будем жить в этой красоте? Это точно они? Отдыхать уметь надо. Ишь ты, какой халат. Чао, Федерико. С понедельника на ТВ Рус.